Всем привет! Приветствую на канале старых и новеньких. Давно не было видео. Да ладно, всем похуй, ты чё? Короче, снимать было нечего. Так что, вот такие вот дела. А сейчас мы едем с Настей в Польшу. Ну и решили вас с собой взять. Посмотрим. А едем в Штетин. 2 дня отдыхать. Так что поехали. Настя, поздороваешься или нет? Ладно, поехали. Так, ехать нам 4 часа 58 минут, 472 километра. Ребят, короче, долго ехали, долго шарились еще по магазинам. Сейчас маску снимем. Короче, что мне нравится, вот мы опять заехали, взяли вот таких 3 булочки, сосиска, 4 пива получается, 2-3 сока. 11 евро 30, короче, я заплатил. Вот это мне нравится. Четко. Так что ладно, осталось нам еще ехать 20 минут. 20 минут, я думаю, да? 20 километров. Наконец-то приехали. К сожалению, все закрыто. Барчик, ресторанчик закрытый. Но ничего страшного, мы с Настей сосисек нажрались. Да, столько уже сегодня ехали уже в пути с утра. Тебя вон видно там все равно. Прячься, не прячься. Прячься, не прячься, тебя видно. Хорошая шутка. Открываем. Открываем зим. Мы же завтра здесь находиться не будем, а в пятницу уже уезжаем. Нам поспать только здесь. Не, ну да, маленькая. На вас жизнь. Ну, самое главное, когда заходишь, запах. Запах нормальный, нормальный. Есть что попить? А, напитки есть. Шампанское. Но у нас написано шампанское. У нас чай есть? У нас свои напитки. О. Что, есть тут свет? Красиво сделано. Да. 20 тысяч. Только это не мармур, конечно. Вот это марму. Не, нормально, все чистенько, что. Вот, в принципе, нормально. Напитки. Вот, например, джус, сок. 7 ихниных, это около 2 евро. По 2 евро все. Вот тут пиво Леш 0,3. 8, 2 с чем-то. Нормальные цены по сравнению с другими странами. Так, ладно, все. Мы будем приземляться. И спать. Улёб. Улёб. У нас улёб. Завтра проснемся и на следующий день уезжать. Да ничего страшного. Ладно. Завтра днем тут прогуляемся. Посмотрим вообще, где мы находимся. Все, всем спокойной ночи. До завтра. Погодка сегодня более-менее выглядит. Вот эти дома мне напоминают на немецкие дома. Вчера уже говорил, находимся мы в Штетин. Вот. О, 2 дня отдохнуть. Ведь нам никуда выезжать нельзя, в принципе. Как надоело это все. Ну ладно, не будем плакать, не будем унывать. Такие вот дела, как есть, так есть. Вот и я, собственно, полная персона. В джинчиках уже оделся. Ты еще долго? О, вот лететь с девушкой, ехать с девушкой туда, либо с пацанами. Огромный минус. С девушкой ждешь и ждешь. Вот с пацанами. Вот мы встали. Воду вот так берешь. Лицо себе вот так.
вытер и пошел. А зуб можно и потом почистить. Друзья, завтрак я не снимал, но было очень вкусно, я вам скажу. Так, ну что, хотели сходить в баньку, а нас четырех только среди недели обломались. Ладно, пойдем прогуляемся тогда по улице. Так, как куда? Как куда, что и зачем? Ну, ни хрена себе. Я просто похлопаю. Погода у нас, я вам скажу, бомбастико. Мне отель на самом деле очень хороший, мне нравится, так что рекомендую. Называется Grand Park Hotel, ну, я вчера уже говорил. Ладно, пойдемте прогуляемся, посмотрим. Мне интересно, охота что-нибудь пожрать. Настя, а маски не взяли? Одна только? А я не взял. Я куплю сейчас где-то, или? А или нет, наверное? Блин. Надоело, надоело. Маски. Выглядит как еще с этого. Мировой войны. Да-да. Ни покраски, ничего нету, можно сказать. Не, ну дома, да, вон тоже, видишь, разрушены. Только вот интересно, здесь можно снимать или нет? В России там они, по-моему, реагируют чуть-чуть на это, если по базарам ходишь и снимаешь. Проверим, как здесь. Штанишки, манишки по 75. Вон, Настя, можем вот сюда зайти, купить себе такой пап. Пивка выпить, не хочешь? А чё? А чё? Ну, был моряки помидор, вкусно. Мы могли бы айрис с собой взять. Моряки, редиски. Потом, когда мы будем назад ехать. Вот так вот базарчик такой. Магазинчики такие. Как в России. Ну а где? Я ищу пироги. Где ваши пироги? Я сейчас спрошу. Не можем купить. Как спросить? Не можем. Ну скажи по-английски. Скажи по-русски, я могу понять. Извините. Чулигу. Excuse me. Где я могу купить пироги? Польские, знаете, пироги. Так и на тепло? Ну, пироги. Тесто. Пироги тесто. Сам, а, во. Нет слов. Вот это, ха, я даже не видел. Так, а что за пироги тут у вас есть? Это with meat? Meat? Мясо? С мясом? Давайте я попробую пару. Вот эти вот, давайте мне. А, извините, а с карточкой у вас можно платить? Нет? А у меня денег нет ваших. А где есть банк? Там есть банк. Там? В той стороне? Ладно, я попозже подойду. Спасибо. Настя? 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 Настя стесняется всегда и выбегает. Бабки, давай сюда. Пойдем, я хочу попробовать пироги. Деньги, денежки, или жареные мы еще посмотрим, да. Hello. Так, я хочу с мясом. Да. Вот, а это с чем? Шпинат. Я хочу пироги. Пирог. Да, вот эти. Мясо. 5 штучек только. А это что тут? Просто тесто, короче. С сыром. О, вкусно. А есть какой-нибудь соус для такого? Нет соуса такого куда-нибудь где-то? Их можно кушать сразу? А он не соус, не знаю. Может, он другая.
сам жрать, да. Чё-чё? Надо делать ещё? Тут и на месте нет. То до дому на вынос и в дому. А я здесь буду кушать? А здесь то не, як це пан з'єш, то на рогу є пірогарня. Така на чепло. То пан там мусить їсти. А это нельзя здесь їсти? А це сушимне. Це до дому. Это на дело чё? Ой, извините, у нас нету кухни даже. А то не, бо есть и кухня, и не кухня. Окей, все, тогда мы туда пойдем. Там вам идет. Ага, все, спасибо. Спасибо большое. Блять, я нихуя не понял, короче. Ой, извиняюсь. Я понял. Они не сырые же выглядят. Они сырые, она сказала. Если вы хотите сейчас их есть, вам надо в первую очередь. Это вот это она? Да. Ай, сложно. Ладно, пойдемте. Я сегодня попробую эти пироги или нет? Непонятно было мне. Ладно, идем дальше. Сейчас сюда зайдем. О, здесь пахнет даже, видите, вкусным. О, смотри, какие салатики, Настя. Ну как тут не перекусить, а? Не говори, чем хочешь, а то я выхожу, мне стыдно. Чего ты их не понимаешь? Я даже их понимаю. Алло, вы добрый. Я хочу пироги с мясом. Так, и на что? Только пироги с мясом. Only. С мясом. А, сколько? Мне вот... Это, подождите, это мясо, а это... Русские. А, русские? С творогом. Творог. А, с творогом. Давайте мне штук 5 таких, с творогом. Не, здесь. Ничего не понимаю. Вот так, 4 хватит, 4, да? И этих тоже 4. Да, я сейчас... Все, пока, я этим хочу попробовать. Конечно, есть вон еще всякие разные. Это разом покушать на тепло. Разом так, как сам. Чё-чё? Сложно. Един талеч. А, смотрите, да, может, да, можно сюда положить, спасибо. О, приготовление все ручное. Салатики вкусные тоже, Настя, да? У тебя еще есть шанс что-нибудь поесть. Я тоже что-то возьму. Не хочешь? Голубцы возьму. Ну, голубки. Голубки? 3. 3 голубки, да. Еще какой-нибудь соус. Здесь я вижу уже есть уксус. Присутствует. Короче, по ценам. По ценам сейчас увидим. Я еще возьму свеклу. Как по-украински свекла? Свекла? По-украински или по-украински? А, все на развес, короче, килограмм. Сколько? Сейчас скажет, короче, нахуй. Хватит? Надо было еще вот эти всякие. Есть моцарелла. Есть еще мясо, без понятия какое. Дробливое. Свекла. Свекла, да. А это что такое? Кулинарное объедение сейчас будет просто охренеть. Люди на нас смотрят, думают, смотри, дикари пришли. Они даже не видели еще ни разу пироги там. Вообще пожрать никогда еще ничего не есть. А есть еще какой-нибудь соус? Хорошо. Вилку надо. Азо. О, здесь уксус, Настя. Мы сейчас поливаем это все уксусом. О, в этом уксусе просто плавает мошка. На самом деле она еще и двигалась, ты представляешь? Ну ладно, уже полил. Тесто совсем другое, да? Чем у нас. Совсем другое. Фарш тоже.
Фарш, как будто, как, знаешь, вайсвурст. Поэтому в Баварии есть колбаса белая, вот наподобие. Это такое? Это с сыром. О, вкусно. Самое главное, это все ручная работа. Вкусно? Да. Ладно. Распробуем дальше. Это сало. Сало. Друзья, это было вкусно. Вот кто будет находиться в Штетин, вот вот пирогня. Пирогня. Да, я тоже только что хотел сказать, чуть-чуть напоминает Лиссабон. Некоторые сделали, некоторые не доделали. Ну, красиво, да, на самом деле. Смотри, 4.38 там курс, да, вот тут если менять деньги. Так что пользуйтесь лайфхаком, ребята. Просто идете в какой-нибудь банкомат, вот, и там просто снимайте с вашей же карты деньги. И вам всегда лучше курс дадут. А вот сюда, если зайдете, вас на, ну, не обманут, но вы получите меньше за это. Да, здесь не выглядит, как будто им плохо. Ну, я ничего вообще про это не говорю. Я имею в виду, просто мы идем, и на каждом углу тут лотерея. И это, что они хотят разбогатеть все тут, что ли? Кстати, Штетин 407 тысяч населения. Не такой уж и маленький город, да? А вот еще типа базарчик. Я заметил, что нету, не, ты видишь фальшивки, ну, в основном, знаешь, на русский базар заходишь, если там Adidas, Nike, все дела, здесь я еще не вижу толку. Тоже еще продают всякие разные. Это получается вокзал Ванхоф. О, грибочки, все дела. На меня сразу косо смотрят, типа, что снимает. Не, ну интересно, что, как люди живут здесь. О, ну хорошо уже. Так. Все понятно, значит это получается у них типа этот, как его. А вон, вон он ест что-то типа такого. Ему тоже уже хорошо. Белый гриб, он слишком этот большой, он невкусный уже. Польские алканавты. Друзья, только что с бани вышли. Просто бомбастик, я вам скажу. Сейчас быстро покушаем, посмотрим, что у них тут есть. И потом, где Настя?
Это что такое? Кого тут плевали? И потом нас скинули. Или пешком пойдем. Вот. Потом на массаж. Нормально. Просто что хотел сказать. Короче, ну это в это время, наверное, я не знаю. Но отель сравнить, если с как, Настя, маски. Маски не взяли опять. Это бесит. Уже какой раз я это говорю. Короче, ну по поводу. Номер стоит около 75 евро где-то в ночь. 75 евро в ночь. Но туда входит еще и банька. Ну и массаж еще плюс 30-ка, по-моему, стоит с человека. 50 минут. Короче, если честно, вот так подумать, дешево. Там неудобно, давай вот тут, да, тут удобно. На самом деле здесь классно. Да. На самом деле классно выглядит. Если вот так сидеть. Озеро тут у них свое. Ну, на террасе сейчас не стоит сидеть. Так, сейчас нам принесут ману. Мы перекусим. Позоры, что у них есть? Получается вот это вот, не знаю, как мне видно, наверное, плохо. И это вы получите. Два бокала вина. Вот это вот, смотрите, какое мяско, вот, медиум. Это вы, короче, получите за все вместе полтинник, 50 евро. Но здесь вы вообще ничего не можете сказать. Это реально цена дешевая. И знаешь, что самое главное, Настя, вот это что тут? Что такое? Помос? Цукини? А, цукини, я просто помос. Ах, картофель масло, да, я вижу. Плохо видно просто. Просто все вытекло. Ты его ломаешь, и все вытекает. Почему я это показываю, говорю? Ну, просто вот по деньгам. Короче, приезжайте, отдыхайте в Польшу. Польша рулит. Утро доброе. Ну что, все. Сейчас завтрак. И держим путь домой. Нормально было. В отельчике потусовались. Хватит. Можно домой ехать. Пешком или на фарш-дуле? Пойдем пешком. Че нам, молодым. Погодка классная какая. Ладно, ребят, завтра показывать не буду. Всегда. Блин, не срачка, так болячка. Гвоздь или что это, шуруп какой-то. Колесо спускает, я думаю, ну что за дела, показывает по компьютеру этому машине. Хорошо, что на автобан не выехали. Как раз выезжали бы сейчас скоро. Короче, сейчас будем искать шиномонтаж. Как раз узнаем, сколько такое стоит. Ну, такие приключения тоже бывают. Ладно, поехали. О, так, что нашла? Гвоздь. Опони. Сейчас узнаем. Hello. You speak Russian or English or only Polish? Я гвоздь. Гвоздь в опоне. Гвоздь. Все, ребят, так быстро решается. Сейчас мы попробуем вытащить его. То есть они. Гвоздь в опоне. Только нам надо. Кэш нам надо где-то. Кэш? Ну 100 пудов. Но я сейчас им ничего не сказал еще. Сейчас скажу, оставлю потом что-нибудь. Yeah. У меня есть евро. У нас есть у тебя евро? Нет. У тебя? Можно и евро заплатить. Если чего. Раньше. Туре. Сейчас узнаю. А что, камера бежит? Вы есть? 10 евро у меня только есть. А, и мелочи. Не, не хватит. А сколько они хотят? Сейчас узнаю. У меня 17 евро есть. 17,50.
А сколько будет стоить по деньгам? Сколько? Водичка золотых. Золотых. А, 20. 20 злотых. А, 20 злотов? А если я тебе дам евро, 10 евро хватит? Или 10? Забезпечаем со шрубом. Концовка. Концовка, да. Ага. За ваш багажник. Ой, курва. Курва. Так, сейчас. Сейчас это все выберем. Надеюсь, что он это не слишком большой. Если он слишком большой, тогда не знаю, ну посмотрим. Или пусть для запасного колеса вставим. Но резины они немало поменяли здесь уже. Резина у них до хрена здесь валяется, уже много поменяли. Наверное, они, наверное, везде гвозди пораскидывали и ждут клиентов. Как в России. Эти, как их они, гули? Как их называют, гули? Не знаю, надо перевести. Колодец? Колодец? Нет. Да не знаю, без разницы. Канализация вот эти, круглые эти, как... Переведи, Паша, короче. Дякую. Я не знаю, он пусть узнает у него, нормально это или нет. Дякую. Ребят, зашли в магазинчик. Сейчас я вам быстро так пробегусь. Цены покажу. Например, кофе Nescafe Classic 18 злоти. Один злоти это 4,60. Вот, например, сок 50 центов, 100%. Молоко стоит у них 3,2, у нас даже такого нету. Меньше 50 центов. Настя, ладно, долго ты просила, на, бери. Цветы тебе. Это что такое? Ага, вот что поляки продают. Понятно, все с вами, друзья. Польская мафия. Нутелла, по-моему, везде дорогая. Фига мы с тобой полный этот захерачили. Короче, ребят, мы закупились три полных. Короче, телега просто полная. 50 евро. Короче, полтинник, ребят, полный. Полная телега. Плюс пиво там было, водка. Это стеснено. Еще. Че? Говна там, который висит. Мне так надоело. Ну это же спеху насрали. Еще до этого. А я окно открыл, и какашка маленькая Настя залетела внутрь. Она, кстати, где-то там валяется. Ты ее не хочешь убрать оттуда? Какашку эту. Где она там? Какафан, где ты? Ну ладно. Ладно, все, ребят. Закупились, показали вам. Приблизительно. И это практически на границе с Германией. Это получается тут по-любому дороже. Магазин называется Дино. Магазин называется Дино. Сто пудов какая-то это. Кете, как ее. Ну, много их, наверное, есть. И по-любому здесь чуть дороже, чем если бы куда-то дальше уехать больше. Ладно, все, ребят. Мы поехали домой. Пишите ваши комментарии. Оставляйте лайкосик. И подписывайтесь на канал. Всем пока. До свидания. Настя, скажи пока. Пока. Пока.